Правый берег Куводи станет зоной для отдыха. Работы по благоустройству участка от пешеходного моста по улице Калинина до Соковского моста сейчас в самом разгаре. Позади самый сложный этап – земляные работы. Рабочие разобрались с коммуникациями, установили ливневки. Специально для этого проекта в Санкт-Петербурге заказаны фильтр-патроны, которые будут очищать воду. Как видите, началась укладка велодорожки. Подготовка идет полная по укладке тротуара. И подготовка под установку малых форм. Малые формы тоже заказаны. Представители заказчика сюда приезжают и постоянно, сегодня как раз будут. То есть с ними в процессе работы обговариваем все тонкости, и все это идет. То есть по большому счету сделана очень большая работа. В процентах, 50% точно сделано. Прокатиться на велосипеде или просто отдохнуть на лавочке. Этот берег будет более спокойным, чем противоположный. Деревья, кустарники, газоны. Все, что возможно, высадят уже в этом году. Будет небольшая сцена, где-то радиусом 3,5 метров. Это для массовых небольших таких вот выступлений. Возможно, наверное, в день города или в другие какие-то мероприятия. Скамеечки, качельки будут небольшие. Работы подрядчик планирует завершить согласно контракту в конце ноября текущего года. Благоустройство набережной обойдется в 36 миллионов рублей. 32 из них – деньги федерального бюджета. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.